Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Хочу вам рассказать сегодня про пеларгонии. У меня такая неожиданная неприятная новость. Начали сохнуть листочки. Мои пеларгонии стояли, держались крепли. Я их даже HB-101 обрызгала и ничего не дала. Листики начали уменьшаться в размерах. И маленькие череночки вот просто начали засыхать. Видите? Не то, что переизбыток влаги. Здесь нету переизбытка. Все, ну, одинаковые пеларгошки в одинаковых условиях. Это сортовички. И они как бы от нехватки света вот так себя начали чувствовать резко. Мне это не понравилось. Я пошла, купила лампы светодиодные. Это, видно, бракованная попалась. Вот здесь горит, серединка не горит и дальше горит. Они светят розовым, но это вроде как голубым немножко отсвечивается на экране, но они светят розовым. У меня пеларгонии все разобудные, поэтому ради этого пришлось купить лампы. Они очень красиво летом цветут, замечательные, сказочные пеларгонии. Вот сортовички все подписаны. Это душистая пеларгония с белыми кончиками. Она так пахнет приятно, красавица. Ну, посмотрите, на что они стали похожи. Это какой-то ужас. Ну, лампы, я вам скажу, они начали светить. Вот это я вчера вечером повесила. И прямо листочки ожили. Вот эти вот, которые ближе к свету, они прямо ожили и поднялись. Это что же-то пропадало все бедненько, смотрите. Центральные листочки еще хорошие и пропадают. На это смотреть очень тяжело. Летом, конечно, такого никогда не было. Это у меня таберни монтана растет. Укореняется она в перлите. Так как в земле она плохо укореняется. А в перлите замечательно. Надеюсь, что мои пеларгошечки отойдут, и будет у них все хорошо, замечательно. А здесь верхняя полочка у меня без лампы. Посмотрим, как мои пеларгошки отреагируют на это освещение. В прошлом году у меня не было освещения, и они перезимовали очень тяжело. Я думала, летом так у них хорошо, все замечательно. И они и зимой будет все хорошо. Как только занесла в дом, сразу почувствовала перемену в своих пеларгошках. Листочки, видите, как скручиваются. Средние листочки нормальные, здесь тоже желтеют. Это не болезнь, это просто сухость воздуха, влажности не хватает. А если поливаешь, начинает черная ножка. Тоже нужно правильно умеренный полив. И света не хватает. Все, больше нечего сказать. Спасибо всем за внимание. Я рассказала все, что думала о своих пеларгониях. Но я их все равно приведу в чувство. У них будет все хорошо. Всем удачи, всем пока. На розетке можно смешнее поржать.